Так, давайте теперь, собственно, поменяем оружие и бросим мозг. Убегаем, убегаем, убегаем. Оп, вот они все. Смотрите, опа, вот так вот сетку, отлично. Посмотрите, как бегает фиолетовый. Посмотрите, давайте его словим. Быстрее, быстрее, отлично, отлично. Мы... А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем играть в Zombie Catchers. Так, ну что ж, ребятки, погнали, погнали, погнали. Давно мы уже с вами, ребятки, не играли в эту замечательную игрушку, которая ловцы зомби называется. Так, ребятки, нам что нужно? Улучшить мощности, продать товары, продать пирожные, что ли? Или еще что-то? Ну, в общем, ребятки, нам нужно, я так понял, словить зомбиков для того, чтобы нам приготовить разные... Так, зомби обнаружены. Берем сетемет, ребятки, да? Да, как же, сетемет обязательно. И пока что вот эта модель. Потому что усыпитель мне не очень сильно нравится, потому что он... В броню не попадает. А сетемет, ребята, вместе с броней захватывает. И отлично тогда зомбики ловятся. Вот это мне нравится. Так, ребятки, ну что ж, погнали, погнали. Посмотрите, какой зомбик у нас в шляпе, ребята. Зомбик у нас в шляпе прикольный. Да, прикольная шляпка у зомбика нашего. Так, шляпку мы зомбику купили, ребята. Так, давайте теперь, собственно, поменяем оружие и бросим мозг. Убегаем, убегаем, убегаем. Оп, вот они все. Смотрите, опа, вот так вот сетку, отлично. Посмотрите, как бегает фиолетовый. Посмотрите, давайте его словим. Быстрее, быстрее, отлично, отлично. Мы фиолетового словили, ребятки, первый раз. Фиолетовый зомби тоже теперь наш, круто. Так, ну что ж, ребятки. Опа, вот так вот. О, вон, смотрите, какой, с музыкой. Музыкант, зомби-музыкант. Такого я, ребята, еще не видел. Ого, ребята, мы его разбили, а там Плутоний оказался. Вот это музыкант, вы видели, новый зомби. Новый зомби, так, давайте поменяем оружие. Давайте возьмем сетемет, чтобы мы с вами с легкостью словили. О, отлично, он даже не успел, ребятки, в меня бросить молоток. Круто, просто замечательно. Так, остался один зомби, где же он? А, вот, ребятки, давайте. Опа, оп, прыгаем сюда, ждем. Опа, ага, все, ребята, мы с вами прошли этот уровень. Круто, 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 круто. Посмотрите, ребятки. Все, всех зомбиков поймали. Все отличненько. Всех зомбиков собрали. Так, зомбики пойманы. Просто отлично, ребятки. Просто замечательно. Так, ну что ж, ребятки, идем в кафе. И нам нужно, наверное, сделать какое-то новое пирожное, которое будет... Так, давайте, давайте вниз. Так, вот это что ли? А, сюда надо два. А нам не хватает, ребята. Нам не хватает. Так, ну что ж, давайте, ребята, пойдем в... лобби, там, где поиск зомби идет. И перейдем с вами ловить зомби, потому что нам нужно много фиолетовых зомби, ребята, для того, чтобы приготовить пирожное. Так, ну что ж, ребятки, погнали. Давайте переключимся на сетемет и вот так вот бросим мозг. Ага, попались. Вот он, ха-ха-ха, все. Второй фиолетовый зомбик есть. Так, поехали, полетели дальше. Опача, вот что это такое тут, хопа. Опа, вот так вот, отлично. А здесь зеленый зомби, хоп. Все, ребятки, отличненько. Ого, змея, змея, ребята. Ой-ой-ой, а змея не в этот в сетемет не лезет, ребята. Вы видели, ее надо убивать с помощью вот такого штуки. Гарпуна, смотрите, хопа. Все, теперь она точно уже умрет, я так думаю. Ого, новый зомби какой-то белый, ребята, вы видели? Вот это прикольно. Так, ну что ж, ребятки, всех 8 зомби мы с вами поймали. Это очень отлично. Это очень замечательно. Давайте пойдем в кафе и приготовим, собственно, пирожное. И посмотрим. Потому что нам задание дали продать 10 на 10 пирожных. Так, ну что, давайте посмотрим. Так, сюда еще надо два фиолетовых для приготовления мороженого. Ребята, или для ваты. Это вата какая-то, наверное. Так, пирожное мы сейчас, ребятки, продаем. А нам нужна еще и вата, да? Хорошо, нужны ингредиенты. Так, ребятки, давайте для этих новых ингредиентов пойдем дальше ловить фиолетовых зомбиков, которые нам так нужны. Так, ну что ж, погнали, ребята. Давайте возьмем сетемет, чтобы у нас был.
И, ребяточки, погнали ловить новых зомбиков. Так. Ну что ж, зомби. Вы готовы к тому, чтобы я вас ловил? Так, отлично, ждем. Ого, даже... Ого, одетый, смотрите. Ну ничего, у нас на всех хватит сетей. Фиолетовый. Опа, ху, самый главный фиолетовый. Он так быстро бегает, ребята. Фиолетовый зомбик очень быстро бегает. Опа, отлично. Все, ребятки, такой легкий уровень уже и прошли. Отличненько. Отлично, просто супер. Так, ну что ж, ребятки, давайте перейдем, собственно, дальше. Так, в кафе. А, нам нужно не в кафе, у нас один фиолетовый зомбик. Нам надо еще один фиолетовый для того, чтобы приготовить сладкую вату, ребят. Давайте приступим сюда и начнем ловить их, потому что нам нужен еще один. Я забыл совсем. Так, ребят, ну что ж, давайте. Хоба. Ого, какой большой, вы видели? Ребята, какой большой зомби. Посмотрите, вы только посмотрите. Да что ж ты будешь делать, а? Мимо. Голубого не смог поймать. Бежал за ним, вы видели, как долго, ребят? Бежал за ним очень далеко и долго. Иди сюда. О, фиолетовый. Оп, он... Ого. Он увидел, ребята, меня. Все, отлично. Так, все, ребятки, еще где-то один зомбик, да, или все... А, он один убежал у меня, все. Все, ребятки, идем в кафе, мы два фиолетовых зомбика поймали. Теперь мы сможем, я думаю, сделать из него сладкую вату. Так, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что мы из него сможем сделать. У нас каких-то два белых новых зомбика есть. Это, наверное, для следующего уровня уже. А, нет, ребята. Это не для следующего. Вот он. Смотрите, вот он. Я и совсем забыл, что у нас... Что мы купили новые пирожные для этого. Я совсем забыл, что мы купили новые пирожные для того, чтобы этих зомбиков, ребятки, откачивать. Так, все. У нас все здесь продается. Давайте, наверное, дождемся. Или нам, наверное, не хватит. Так. Здесь все товары проданы. Проданы наполовину, да? Значит, нам нужно, ребятки, идти продолжать ловить зомбиков дальше. Нам нужно вату продавать. Нам нужно продавать дальше, ребятки, вату. Так, ну что ж, дорогие друзья, предлагаю погнать искать зомбиков. Фиолетовых и разных, которых только и можно найти, ребятки. Так, берем сетеметы. Погнали. Так, ну что ж, ребятки, что же у нас сейчас здесь? Так, давайте возьмем сразу, поменяем оружие. Бросаем, убегаем. Ага, два зомбика вылезли. Опа, все, ребятки, мы их поймали. Давайте, кто у нас следующий на очереди? Здесь кто у нас? Какой зомби? Здесь обычный зеленый с молотком. Молоток он не успел бросить. Мы сделали это, ребятки, первые. Уху, посмотрите, убежал. Ну, ай, я же ради фиолетового, в принципе, здесь и был, ребятки. И не прошли мы, ну ничего. Сейчас возьмем другое лобби. Сейчас мы продолжим охоту, ребятки, и наловим очень много зомбиков для того, чтобы перейти на новый уровень и с легкостью продать все товары. Ну что ж, погнали, посмотрим, что нас ждет дальше. Так, а здесь у нас дальше, ребятки, что? Здесь у нас ситуация такая. Берем сетемет, стреляем, убегаем, ждем. Все вылезли, всех словили, отлично. Просто супер. Так, теперь давайте дальше идем. Бросаем мозг, отходим. Ого, два зомбика, ребят. Посмотрите, и белый зомбик. Отлично, этот зомбик беленький, мы его поймали. Все, уже прошли так быстро этот уровень. Отличненько. Так, ребята, продолжаем нашу охоту. Потому что нам нужен, ребятки, зомбик, еще один фиолетовый и еще один беленький. Для того, чтобы с легкостью проходить это все. И посмотрим, на что мы способны. Надо будет какую-то шляпу купить на новую. Потому что я уже в этой шляпе надоела. Так, давайте поменяем оружие сразу. Потому что разное может быть.
Сетимет — это самая отличная штука, которая только может быть. Посмотрите, как мне классно, удобно ловить. Смотрите, как отлично. Ой, молоток. Молотком он ударил меня все-таки, видите, но ничего. Здесь желтый. Фиолетового зомбика не было, что ли, на этой локации? Да как так? Я ради фиолетового и белого, ребятки, только сюда пришел, а их здесь, оказывается, не оказалось. Так, ну ничего, ребятки, продолжаем нашу охоту. Продолжаем нашу охоту и с легкостью переходим дальше. А переходим мы, ребятки, в следующую локацию. И здесь, я надеюсь, что-нибудь словить. Зимняя шапка. Давайте возьмем зимнюю шапку. Поприкалываемся. Или... А, ребята, мы можем, смотрите, купить очки. Все, мы купили очки. Круто. Погнали. Мы, ребята, в очках и в шляпе. Посмотрите, прикол какой. Вот это круто, да? Посмотрите, ребята, мы в очках и шляпе. Вот это круто. Так, давайте сразу поменяем оружие, потому что здесь много зомбиков засело. Я уверен, что они какие-то... Ах ты такой. А те меня испугались. Все, отлично, отлично, отлично. Все, мы это сделали, ребята. Отлично. Все, 5 штучек уже поймали. Так, ребята, мне еще нужен фиолетовый зомби. Мне нужно еще 2 фиолетовых зомби, или 4, или 3 даже, или... Продолжаем охоту, ребятки, потому что мне нужны и белые зомби, и фиолетовые зомбики. Так, отлично, погнали, берем сетимет наш, любименький, и пойдем. Скоро я должен уже, ребятки, открыть новое оружие. Это означает, что это просто круто, просто отлично, ребяточки. Так, давайте его вот так вот. А, я, ребята, забыл сетимет купить новый. Все, отлично, а то сейчас бы профукал даже бы этих вонючих зомби синих. Мне же уже нужны новые зомби, дайте мне новых зомби-то. Один гулял зомби, ребят, вы видели? Его даже не надо было из-под земли доставать. Он просто гулял снаружи. Да, вот такой вот зомби, который просто гулял снаружи, ребятки. Ну что ж, отличненько, дорогие друзья. Все, все зомби пойманы. Давайте перейдем в кафе, потому что нам здесь попросту не дают поймать этих зомбиков. Так, ребята. Давайте здесь. Пускай откачиваются пирожные. А здесь, ребятки, пускай качается... Сладкая вата. Отлично. Посмотрите, ребята, сколько у нас здесь соковыжималок. Сколько у нас здесь продается всего вкусного. Посмотрите, у нас, ребята, уже целый завод по переработке различных вкусных штук. У нас уже целый завод, ребята. Ребята, но все равно, для того, чтобы нам продать товары, нам надо, ребята, 2 фиолетовые зомбика. А для того, чтобы, ребятки, их нам найти, нам надо искать их. 2 фиолетовых зомбика нам надо, а то даже и 4. А то даже и 4, ребятки. Давайте погоним, посмотрим, что у нас здесь. Так, фиолетовые зомбики, где же вы есть? Вы мне сейчас очень-очень-очень нужны. Но есть фиолетовый. Да что ж ты будешь делать? Ты здесь фиолетового. Полетели дальше искать фиолетового зомбика. Фиолетовый зомбик, ты здесь есть или нету? О, да-да-да, вот он, фиолетовый зомбик. Отлично, на пирожное самое то. А здесь он есть или нету, ребята? Может, он и здесь есть? Нет, нету здесь обычные зомбики. Ребяточки, нету здесь фиолетового. Ну ничего, мы фиолетового зомбика сейчас найдем в другой локации. Для того, чтобы, ребятки, пройти уже этот эпизод, нам надо обязательно словить еще одного фиолетового зомбика. Так, ребята, ну что ж, погнали. Давай. Так, ищем. Отличненько. Все, зомбики, ребятки, найдены. Это означает, что это просто замечательно, просто круто. Если мы сейчас найдем второго зомбика, то ура. Давай, фиолетовый зомбик, пожалуйста, будь здесь. Да что ж ты будешь делать, а? Нету здесь фиолетового зомбика, ребята. Так. Это какая-то локация без фиолетовых зомбиков. Дайте мне фиолетового зомбика, пожалуйста. Где же он? Где же его найти? Да что ж ты будешь делать, а? Плутоний — это хорошо.
продолжаем нашу локацию, потому что мне нужен фиолетовый зомбик. Для приготовления супервкусного пирожного мне нужен фиолетовый зомбик, ребятки. Так, давайте, собственно, искать дальше. Где же он, фиолетовый зомби? Где же он, ребята? Я же на следующий уровень не могу перейти, потому что мне нужно продать 20 пирожен. Да что ж такое, дайте мне фиолетового зомбика. Я, конечно, понимаю, что вы такие вот тут крутые все, но зомбик фиолетовый же мне нужен. Ё-моё, да что ж ты будешь делать, а? Нужен зомбик фиолетовый, и тут опять его нету, ребята. Да что ж такое, ребята, и здесь его нету. Эта локация оказалась совсем ненужной для меня. Абсолютно, ребятки, ненужная локация. Мне нужен фиолетовый зомбик, а его нигде нету. Дайте фиолетового зомбика мне, пожалуйста. Еще одного хотя бы, и мы, наверное, уже сможем пройти этот уровень. Нету, нету, нету. Этот обычный зомбик с бочкой. А кто здесь у нас? Здесь тоже обычные. Да что ж такое, а? Дайте мне необычного зомби, пожалуйста. О, фиолетовый, ребята, вот он. Вот он, вот он, отличненько. Все, ребятки, мы его поймали. Давайте-ка быстренько перейдем в кафе для того, чтобы приготовить новое, ребятки, пирожное, мороженое. Так, ну что ж, погнали, ребятушки, посмотрим, что там нас ждет. Погнали, 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 погнали. Так, а что же нас ждет, ребята, здесь? А нам надо продать пирожен. Пирожен продать вот эти. И мы посмотрим, сколько мы сможем продать пирожен еще. Отличненько, дорогие друзья, и мы с вами прошли этот уровень. Наконец-то мы получаем следующее задание. Мы получаем, нам нужно улучшить наше мороженое, и мы получаем 2 плутония. Так, отличненько. Так, улучшить зомби-выжималку, ребятки, нам надо улучшить зомби-выжималку. Так что давайте, собственно, это с вами сделаем. Вот эту, что ли, нам надо улучшить? Легко, ребята. Да, ребятки, мы с вами улучшили ее. И теперь давайте, собственно, продадим, наверное, что-нибудь. Так, 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 так. А на сколько мне надо продать? На 380. На 380 мне надо чего-то продать разного. Здесь 25. Давайте 25 здесь тоже. Давайте всего понемножку. Все, ребятки, завод наш пошел. Завод наш работает, ребята. Отличненько, все качается. Ребятки, смотрите, все работает. Все просто круто, все просто, я считаю, замечательно. Посмотрите. Разве не замечательно? Круто. Посмотрите, сколько у нас зомбиков, ребята. Посмотрите, как быстро мы продаем наши товары. Я думаю, что совсем скоро мы с вами уже пройдем этот уровень. Отличненько, отличненько. Так, дорогие друзья, ну что ж, ребятки, этот эпизод подошел к концу. Вы были на канале Вечное Детство. Мы сегодня с вами столько зомбиков словили, что просто круто. Подпишитесь обязательно на мой канал, поставьте пальчик вверх и оставьте какой-нибудь комментарий. Мне будет очень приятно. А с вами был, как всегда, Юра. Вы были на канале Вечное Детство. Пока-пока, дорогие друзья, в следующих эпизодах.